Друзья, всем привет! Вот хотел показать одну квартиру. Знакомый сдает однокомнатную квартиру. Не буду специально пылить интерьер, чтобы он не узнал, что он такой молодец. В квартире нет ни одной люстры, ни одного плафона. Вот в комнате вот такое чудо висит. Коридор тоже. Лампа, блядь, обычная. Вот это вот ванная. Ну, капец, да? И кухня. Блять, какой-нибудь обычный плафон стоит рублей 200-300. Ну, я не говорю там про LED-лампы за 1000 рублей. Ладно, уже хер с ним. Ну, там 500 они даже стоят. Ну, блять, потратить пару тысяч, чтобы вот эту вот хуйню убрать? Нет, блять. Ну, вот кондиционер висит, да, как бы, вот на него есть деньги. На лампу нет. Причем это уже несколько лет такая херня. И люди живут и не парятся.